В эфире программа «День города». Здравствуйте. С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Главные темы дня. Нужна господдержка. В Рязани стартовал 4-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Мертвая крыша. В районе Дашково военные на протяжении многих лет смесь из грязи и тушек мертвых голубей регулярно течет в квартиру. Театр в усадьбе. В день рождения музея-заповедника усадьбы Сергея Николаевича Худякова Рязанский театр драмы подарил зрителям спектакль. В регионе стартовал 4-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Ориентация на господдержку экспорта, а также на повышение эффективности поиска дополнительных рынков сбыта. С места события Валерий Седов. На деловом форуме проводятся 6 страновых круглых столов, каждый из которых посвящен выходу рязанских предприятий на международные рынки. Мы вышли из локации, посвященной Беларуси, и теперь отправляемся во Францию. Здесь, как и на остальных локациях, обсуждают выход рязанских компаний на французский рынок. Эксперты сообщают, что Париж сейчас крайне заинтересован в ремесленном производстве, агропромышленной продукции и автокомпонентах. Настоящая работа, я бы сказала, только начинается. Мы работаем в плотной связке с Центром поддержки экспорта Рязанской области. И далее уже, соответственно, с ними выработаем план, отберем компании, которые все-таки имеют конкурентоспособные преимущества на французском рынке. И далее уже непосредственно с ними будем отрабатывать конкретные шаги и выводить, уже вести их к заключению контракта. Помимо Беларуси и Франции, на 4-м деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области» говорили о выходе на рынки Казахстана, Узбекистана, Германии и стран Африки. Выбор не случайен. Он обусловлен опытом взаимных торговых отношений и перспективами дальнейшего развития. В рамках каждой тематической встречи запланировано выступление отечественных торговых представителей в зарубежных странах. Это рынки фактически для нас еще совсем новые и совсем открытые, что самое главное. Да, вот там есть трудности, которые мы вместе можем преодолеть благодаря как раз помощи и послов этих стран, бизнеса этих стран. Но вот эти сложности – это ничто по сравнению с теми выгодами, которые наш бизнес получит, выходя на этот рынок. Я уже не говорю о том, что в принципе экспорт поощряет наши предприятия улучшать качество своих товаров. Губернатор добавил, что сейчас процессы бизнеса взбудоражены в хорошем смысле этого слова. Появились меры господдержки, которые вкупы с нацпроектами дали уверенность бизнесу, как малому, так и среднему. И сейчас рязанские предприниматели уверенно выходят на зарубежные рынки. Также мы хотим обратить внимание на доступное жилье для своих людей, для своих жителей. Соответственно, мы также хотим обеспечить своих жителей достойным питанием, достойной едой и обеспечить безопасность этой еды из сельского хозяйства, а также в глобальном смысле здравоохранения. Рязань иностранцы считают лидером этих направлений. В ответ послы готовы помочь нашим бизнесменам закрепиться на их рынке и наладить импорт товаров. И каждая страна заинтересована в своем производстве. А Рязань есть что предложить. Например, машинное оборудование и различного рода снаряжение для Уганды. Причина этому – товары, которые производятся в России, говорят послы, очень высокого качества. Очень важно обеспечить условия для полноценного сотрудничества продавцов со стороны России и покупателей со стороны Африки, чтобы иметь возможность обсуждать какие-то вещи, находить новые решения. Очень важно проводить и подобные пленарные заседания, конференции, потому что обсуждать вопросы в детали, чтобы избежать трудностей, очень важно. 4-й деловой форум «Дни международного бизнеса» в Рязанской области продлится 2 дня. 23 сентября пройдет биржа контрактов, где примут участие представители 13 иностранных компаний из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Эфиопии и Египта. С рязанской стороны 35 рязанских компаний. Предлагается 120 туров переговоров. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ремонт дорог и благоустройство дворовых территорий – основная тема прямой линии Елены Сорокиной. О них говорила в первую очередь. Глава администрации Рязани больше часа отвечала на вопросы жителей в прямом эфире и сделала несколько заявлений. Разговор с жителями у рязанской градоначальницы получился весьма предметный. По первой же теме ремонту рязанских дорог Елена Сорокина высказалась довольно-таки откровенно. У нас была задача за те средства, подчас небольшие средства, которые у нас есть и которые нам выделены дополнительно, решить самые острые проблемы и сделать как можно больше. И вот тогда вместе с капитальным ремонтом, а это значит капитально мы ремонтируем и само дорожное покрытие, и тротуары, и освещение, и дорожные знаки, мы решили делать ремонт картами. Он менее затратен, но не менее эффективен. И срок гарантии такого дорожного покрытия, как и после капитального, 4 года.
За 150 миллионов рублей мы в этом году делаем 36 участков. Прошлая зима, сложная с точки зрения коммунальных служб, оставила неприятный осадок. Площадь Рязани более 4 миллионов квадратных метров. Затяжные снегопады, конечно, ввергли город в небольшую панику, но в этом году, по словам Елены Сорокиной, все будет по-другому. Ответственных назначат за каждый сектор Рязани. Мы сейчас вовсю начали подготовку к зиме. Техника должна быть готова к 15 октября. Сейчас проходят торги по песко-соляной смеси, по противоледным реагентам, то, чем мы будем убирать город. Нам нужно серьезно пересмотреть свою работу в части уборки территории города силами, ну, ручного труда. На это сейчас нацелена наша дирекция благоустройства города. Технику закупать, да, планируем прежде всего для уборки тротуаров и уборки остановочных комплексов. Еще одна тема, особо актуальная с уходом светового дня – городское освещение. Те светодиоды, которые мерцали на улицах города, были 7-летним экспериментом, с которым подрядчики явно не справились. Жалоб было много. 7 мая для меня, как главы администрации, стал красным днем в календаре не только потому, что это день радио, а потому что закончилось действие этого кабального для города энергосервисного контракта, которым так недовольны жители. Я неоднократно говорила, что вопрос нужно решать с освещением города, решать системно, заменять действующие лампы на более мощные, на современные, заменять столбы освещения. На данный момент мы приняли из крупных, из интересных, из проработанных три варианта, три предложения. Два связаны с концессией, это крупные компании, которые готовы зайти в наш город. И одно предложение связано с лизингом. Как только выбор будет сделан, пообещала Елена Сорокина, горожане обязательно об этом узнают. Что же касается критики в свой адрес, то конструктив Елена Сорокина приветствует, а обычный интернет-хейт в ее концепцию работы явно не вписывается. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани, в районе Дашково-Военных, в одном из домов на протяжении нескольких лет заливает квартиры на последних этажах. Ситуация усугубляется не только отсутствием должной кровли на крыше дома, но и беспорядком, которые происходят на техническом этаже. Останки голубей отходов и жизнедеятельности насекомых. Все это смешивается с дождевой или талой водой и проникает в квартиры. Дом номер 37, поселок Мехзавода. Технический этаж над 10-м этажом 2-го подъезда сплошь завален трупами голубей, насекомыми и залит водой. Посчитать количество мертвых голубей и отходов их жизнедеятельности не представляется возможным. Страшно представить, какие нечистоты просачиваются в квартиру Елены через бетонные перекрытия. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, вон яйца лежат, вот. Елена Абрамова 5 лет борется с управляющей домом организацией. Ей неоднократно приходилось делать в своей квартире ремонт. Крыша в доме протекала, вода попадала на технический этаж, смешивалась с нечистотами и проникала в квартиру Елены через потолки. Этой весной все повторилось вновь. Дело дошло до суда. В начале апреля, когда начало теплеть, в середине начал подтаивать снег, и утром просыпаюсь, что что-то капает. Капать начало вот здесь в коридоре, по шву. Естественно, сколько было кастрюли, все они стояли. Все они были с этой черной жидкостью, с этими экскрементами. Рубероид лопнул на крыше. Он нашел дырочку и все ливануло в этот жбан. Жбан переполнился. И, естественно, воде было куда деваться, некуда. И она пошла через край. Как тушки голубей, так и вода сюда в основном попадают через вентиляционную шахту. Под ней стоит специальная емкость для испарения воды, которая как раз находится над квартирой Елены. По идее, вода должна испаряться из этой емкости, но этого не происходит. И даже вот обои, хотя специально мы поклеили, сейчас хотя бы, чтобы они впитались, мы потом сюда эти отдерем, другие приклеим. Вот, видите, оно все проступает и проявляется. Проступает вот тоже здесь. Вон, чернота вот эта. Считайте, весь коридор, здесь стоял шкаф. Мы его весь сломали, выбросили, потому что по нему текло. Там куча ведер вот здесь стояла, и все просто вниз.
Кроме того, влага появляется на техническом этаже через швы бетонных плит крыши, которые здесь расходятся. Не дождавшись помощи от управляющей организации, Елена решила вопрос самостоятельно и весной постелила клеенку для того, чтобы вода не проникала к ней в квартиру. Несколько месяцев парникового эффекта запустили здесь гнилостные процессы. Ключей от чердака у Елены не было несколько месяцев, а управляющая компания сюда так и не заглядывала. Когда мы ее залили, да, мы залили ее, извинились и возместили ей ущерб. Она сказала, что все, что можно, я за лето уберу. Я говорю, мы готовы помочь пакетами и дальше снесем. Ну, если человек не за свои слова не, как, ну, не выполнит слова, значит, мы в течение октября месяца мы все это уберем. А вы считаете это нормальным, да? Нет, я не считаю это нормальным. Она проявила сама инициативу. Нет, почему? Это ненормально, но хочется человеку. Почему бы и нет? Елена отрицает позицию управляющей организации. Она надеялась, что в оплату за содержание жилья входит уборка на техническом этаже и ремонт крыши. Рубероид над ее квартирой действительно заменили. Вопрос в том, как. Вот ихняя новая работа. Вот за это разве можно? Вот сейчас пойдет сильный дождь, вот сюда, как в ванну, затекет вода, и опять все на голову. Ну разве вот эта работа, это нормальная работа домоуправления? В данный момент, кроме протекающего потолка, Елену волнует вопрос судебных издержек и морального вреда. В мае этого года она обратилась к независимым экспертам для оценки стоимости ремонта своей квартиры. Насчитали 87 тысяч, на что в управляющей организации был дан ответ. Извините, слишком дорогая работа. Где вы такое взяли? Объяснила, что наши как бы офисы вот эти по независимые экспертизы берут среднюю по Рязани. Они не могут ни завысить, ни занизить, иначе ихнюю работу просто прикроют. Изначально оплатить полную сумму в управляющей компании отказались. Потерпевшие перечислили только 66 тысяч рублей. Но в процессе судебных разбирательств управляющая организация выплатила всю сумму. Мы будем следить за развитием событий. В управляющей организации пообещали в ближайшее время убраться на техническом этаже. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В день рождения музея-заповедника усадьбы Сергея Николаевича Худякова, которому этой осенью исполнилось 14 лет, Рязанский театр драмы принял участие в проекте «Театр в усадьбах», реализуемый фондом «Стремление» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В антураже усадьбы, расположенной в селе Ерлино Кораблинского района, спектакль «Белкин» по произведениям Александра Сергеевича Пушкина выглядел особенно атмосферно. В повести Белкина первое завершенное прозаическое произведение Пушкина было написано в Болдине знаменитой осенью 1830 года. Примечательно, что именно 14 сентября, в день рождения усадьбы Худякова, был закончен станционный смотритель, согласно датировке самого поэта. А метель, которую сыграли в усадьбе, писатель закончил 20 октября. С точки зрения вот именно проекта «Театр в усадьбах», вот это, конечно, какая-то такая совершенно потрясающая вещь, потрясающая идея, потому что любая усадьба, она имеет и свою историю, да, и какую-то такую локализованную намоленность, если так можно сказать, именно культурную намоленность. И слияние, да, пушкинского текста, и вот этой потрясающей природы, и того, что, собственно, это и то часть культурного наследия нашей страны, оно, безусловно, обогащает и труппу, и, я надеюсь, дарит какое-то что-то новое, интересное, зрителям приятное. Природа, атмосфера старинного паркового ансамбля, музыка 19 века, костюмы и актерская игра. Все это сделало спектакль неповторимым. Очевидно, что такие проекты необходимы. Они поддерживают интерес к прошлому, формируют трепетное и уважительное отношение к истории предков, среди наследия которых мы находимся и видим воочию результаты их трудов. Я думаю, что наши русские усадьбы, они абсолютно колоссально имеют в этом смысле потенциал. Потому что мы все прекрасно знаем, что есть, как говорил Авросий Оптинский, есть видимый мир тленен, невидимый мир вечен. И вот эта нетленная вечность, она, безусловно, присутствует, когда человек настраивается на нее и когда он готов вступать с ней в диалог. Подобные проекты связывают прошлое, настоящее и будущее, историю, традицию и культуру своего народа. Ощущая свою причастность к истории, мы тем самым заботимся о сохранении всего, что дорого народу. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго!